Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и сегодня мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте. Да-да-да, ребята, всем привет, и большое спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга, и у нас почему-то идет снег, да, Эдисон? 1 июня пошел снег, я не знаю, ребята, но суть в том, что ставьте обязательно лайки прямо сейчас на вот этот видос, если хотите новую серию троллинга, если хотите, чтобы она вышла как можно быстрее, поэтому лайки и новая серия, а мы побежали, Жека, побежали. А вот я с тобой даже согласен, а поехали! В общем, ребята, про что будет мой троллинг в сегодняшней серии? Жека у нас пойдет на Витфест. В принципе, мы с Жекой ходили на Витфест несколько дней назад. Но в этой серии Жека пойдет на Витфест, и его главная цель будет это сфоткаться с Сергеем Дружко. Ну, в принципе, ребят, мне кажется, вы все знаете, кто это такой, поэтому я даже не буду ничего объяснять. Если не видели, ну, я не знаю, ребята, заходите в мой инстаграм, и там есть фоточка с Сергеем Дружко, моя, а ссылочка есть в описании. Поэтому Жеке сегодня нужно будет пройти 2 или 3 испытания. Ну, почему 2 или 3, вы увидите в конце. Тут даже у нас будет CSGO на карте Dust 2 и многое другое. Но, ребята, давайте, ну пока не будем тянуть, давайте я вам больше ничего не буду объяснять, чтобы сохранить небольшую такую интрижку. Сначала мы пойдем на карту к Жеке, пройдем его карту и потом вернемся на мою. И сможем посмотреть, убьет ли Жека меня в CSGO, пройдет ли он все мои испытания, сможет ли он убежать от подписчиков, сфоткаться со всеми подписчиками и в конце концов сделать селфи с Сергеем Дружко. Поэтому, ребята, потопали. Ну что, Эдуардо Перенсиано, вы готовы? Я готов. Подожди, что это за Гарри Поттеры, Жека? Это не Гарри Поттеры. Ну ты поймешь, Эдисон. Я пойму. Я тебе так скажу, Эдисон. Вот если люди смотрели наши блоги на втором канале, то знают, что мы в Питере заказывали суши. Ну. Вот, и они нам очень понравились. Они такие, бля, огромные, вкусные, что нас там с Эдисоном чуть не стошнило. Вот, Эдисон, я хочу тебе сказать, что мы сейчас находимся в Питере, и здесь ничего, кроме суши, вообще нельзя покушать, поэтому ты очень хочешь суши. Почему? А пиццу? Ну, пицца такое, вот смотри, видишь, в ку огромные суши. Ну. Тебе нужно сюда попасть и приобрести себе суши, но для этого тебе нужно найти карточку. Можешь спросить у япончика, может, япончик тебе подскажет, где карточку найти. Япончик может подскажет, где карточку найти? Жека. Да, там япончик с другой стороны. Да я вижу, но мне кажется, если я его спрошу, он меня начнет бить. Ну, можешь, в принципе, не бить. Со своими двумя палочками! Ой-ой-ой, Жека, я... Ага, понятно! Не может это с проблем картами! Эдисон, короче, я тебе дам подсказочку. Чё за суицидник? Эдисон, чтобы убить этого япончика, да я его уже убил. Да не. Я его убил. Не, он сейчас зареспавнится, не переживай. Короче, чтобы убить япончика и забрать у него карточку, тебе нужно найти 2 ножевые плиты. Во-первых, с... одним эффектом, а во-вторых, чтобы получить себе оружие, которым ты будешь фигачиться. Так что пробуй, Эдуардо Перенсиано, пробуй. Но только очень осторожно пробуй, точно очень осторожно. Ой, ты сразу нашел? Да, я сразу катану нашел. Так. Нифига себе, так, осталось тебе найти один эффект, чтобы его догнать, а то он очень быстрый, этот япончик. Да в смысле быстрый, ну как бы и так его могу убить, не? Ну попробуй так, хорошо, попробуй. Попробуй. Как что-то странное происходит, когда я пытался его убить, он от меня убегал, как угорь. Да как? Как ты это сделал? Ладно, бери. Подожди, а мне просто интересно, а где эффект, да? Вот. А! Подожди. Вот мне почему-то кажется, вот тут. Эх! Нет, япончики меня убили! А где был эффект? Где эффект? Да я не помню. А, его там вообще нету, ребята, он меня хотел обмануть. Да нет, на самом деле есть. Короче, Эдисон, заходи, быстрее. Ну, да, сейчас, минуточку, подожди, я тут развлекаюсь как бы, не? Заходи, так, суши, да? Вот, заходи, Эдисон, но только очень осторожно. Заходи быстрее, бери суши из сундуков. Какие черты суши? Съели рыбы, быстрее. Это акулы какие-то. Да, Эдисон, быстрее, бери, тебе нужно брать все суши. Да, а они не берутся! Давай, хотя бы немного, давай, ты можешь их убивать, Да давай, пошли в сраку! Давай! Тут захватили просто суши, нападают. Да я вижу. Живые суши. Да я не могу нафиг взять, они меня загнали в угол! Жать, подожди! Ты их можешь убить, Эдисон, я тебе правда. Да я понимаю, то, что они респавнятся, конечно, каждую секунду, что я могу сделать? Каждые 6 секунд.
Эйсон, забери хотя бы так, немножечко, супер. Я забрал, все, нам хватит, Джека, нам хватит. Все, давай. Да пошли в сраку! Сюда, Эйсон, сюда, забирайся, быстрее. Пока тебя рыбы не съели эти поганые, давай, быстрее. Эйсон, давай. Настроил тут. Все, молодец. Говна своего, ну. Короче, мне кажется, что ты очень проголодался, и тебе нужно схавать эти суши. Ой, так не считаешь? Ну, такое, если честно. Ну, немного, короче, немного. Хавай суши, ты хаваешь, да? Ну, такое. Ну типа ты хаваешь, да, суши? Ой, Эдисон. Фу, а что такое? Кажется, эти суши были какие-то отравленные. Да я и тогда понял. А что делать, Джек? А знаешь, в чем прикол? Это мафия Якудза захватила Петербург, понимаешь? И тут все суши отравлены! С наркотой! Эдисон, быстрее, беги! Эдисон, быстрее, Якудзу нападают, Эдисон! Срочно беги сюда! Эдисон, я тебе помогу! Я правильно бегу, не? Нет! Беги, ищи проходы! Ищи скрытые проходы! Я ничего не вижу! Так понятно, что ты ничего не видишь, Эдисон, ищи проходы, Якудзу тебя кохнут! А я их убить вообще могу? Нет, можешь попробовать, то вряд ли у тебя получится, поэтому, Эдисон, беги! Да куда к черту бежать? Я не знаю, ищи какие-то скрытые проходы, ищи дырки. Ты вообще пробовал, я могу как бы в ту дырку попасть, а когда они меня отталкивают, вот. Да, можешь, вот прямо сейчас мог, но что-то ты не стал этого делать. Как бы, я не стал, потому что они меня оттолкнули, вот я и не стал делать как бы, ничего. Эйсон, ты пытайся как бы, понимаешь? Я их точно убить не могу, да? Ну ты справишься. Ну можешь попробовать, конечно. Так где я вообще? Эйсон, я тебе сделаю небольшую подсказочку, куда тебе бежать, поэтому. Да я знаю, куда мне бежать, как бы, но я не могу туда бежать. Давай, на меня, иди на нюх. Давай, ты справишься. Ты всех перекокал, нифига себе, ты жесткий. Эйсон, все, беги ко мне, беги сюда, быстрее, пока не зарез. Быстрее, черт возьми! Да куда бежать? Да вот сюда, вот дырка-то! И как они меня заколебали! О, у меня и так сойдет, все. Эдисон, быстрее сюда! Сюда, быстрее! Вот, прыгай в дырку, они за тобой уже прыгают, Эдисон! Какую дырку? Они меня вытолкнули. Эдисон! Где я? Беги срочно, отъехуй! Беги. Все. Быстрее, Эдисон. Ну, чё? Так, чё? Отлично. Ну, так, здесь всё хорошо. Бабочки всё хорошо. Всякие поганые. Да, сюда. Так... Ой. Да ты что, дурак? Ой, Эдисон. Эдисон, ну куда ты торопишься? Не нужно было никуда тебя тыкать, Эдисон. Что ж ты такое делаешь? Так, беги заново, прыгай в дырку, ну прыгай. Жека, ты с этими дебилами, это честное слово. Где я вообще? Я ни хрена не понимаю, что мне куда ТП шут, потом опять куда-то кто-то бьет. Это все поганые якудзы, я не могу пойти. Я вообще не понимаю, что происходит, честное слово. Эдисон, ты не торопись, тебе нужно найти карточку, и тебе нужно найти, так сказать, понимаешь, ну молочко как бы тебе уже не нужно, потому что тебя уже как бы отпустило. Нет, видимо, не отпустило, тебе нужно найти молочко. Да, я нашел молочко, нашел. Нашел. Эдисон, теперь тебе нужно найти карточку от этой двери. О, если меня ты пэхнет, я тебе сдаю свое слово, я больше проходить не буду. Будешь меня сам ты пэхать обратно. Я манал этих сраных якудза. Опа, нифига ты, угадал. А правда, у тебя была уже карточка? Да. Ладно. Ну да ничего страшного. Так, Китай-город. Все, Китай-город. Мы не в Москве, подожди, мы не в Москве. Какой Китай-город? Эдисон, Китай-город есть и в Питере. Нет, мы там не работаем. Эдисон, и на самом деле, это я все построил. Я самое главное, босс мафии Якудзы. Иди сюда. Ты понимаешь, Эдисон, ты допустил огромную ошибку. Где ты там спрятался? Отстань от меня! Ты допустил огромную ошибку. А ну признавайся, это ты не доел суши дома, ты не доел! Я не доел, потому что ты поганый, не хочу я твои суши хавать! Понимаете, он купил суши, да? Купил суши, не доел. А за это в Питере карается, как бы, знаешь, мафия Якудзы, она... Я их вообще выкину. Очень нестандартно. Вот таким вот образом она тебя будет карать. У нас есть собственный сутенер Ибрагим, который будет тебя пить до конца твоей жизни. Оставайся. Не-не-не, вряд ли до конца. Вот, хотел бы я посмотреть, как ты бы вот эти суши доела, чтобы тебя стошнило. Вы понимаете, да? Мы купили суши, вот на блоге Эдисона есть, да? А он их не доел. Да, я их нахрен выкинул. Вот и все, поэтому ты будешь мучиться, Эдисон, до конца. Потому что там бы хватило еще и на третий день, и на четвертый, и на пятый, и на шестой. Не такие огромные, то что
охренеть просто, если честно. Я зашел уже до твоего троллинга. В общем, ставь спаунпоинт. Хорошо. В общем, Жека, у тебя сегодня будет миссия всей твоей жизни, я тебе так скажу. Сфоткаться с Сергеем Дружко. Я уже сфоткался с Сергеем Дружко. Ну как бы мы отправились в прошлое. Мы сейчас на Витфесте, понимаешь? Я понял. Давай. Так, а у Жека... Ага. Сразу! Мухи летают на Витфесте. А я тут причем я же организовывал. Ай! Так, Жека, это подписчики! Понимаешь, это подписчики! Подписчики! Я бью подписчиков! Да. Не надо бить подписчиков, вообще подписчиков не трогай. Забудь то, что ты можешь бить. Подписчики! Вот уже минус 3 подписчика у тебя, потому что ты их кокнул. Да я их не кукнул, вон их. Ты их не кукнул, ты их ударил. Я знаю, куда мне нужно бежать. Как бы на Витфесте мы убегали в туалет от подписчиков. Мне нужно найти туалет. Срочно нужно найти туалет. Тут туалета нет. Тебе. Так. Пробежал. Так, молодец. Тебе нужно найти карточку и нужно найти дверь. Понимаешь, Жека? Так, как это так? Карточку нужно найти, карточку и дверь. Потому что в конце тебя ждет Сергей Дружко. Вот-вот, поэтому тебе нужно к нему добраться. Так, я понял. Что за крысы сраные НПСов толкают, а? Я что-то не понимаю, но все... А, может, нужно будет посередине? Ай, давай! Подписчик! Не надо их бить, я еще раз говорю, не надо их трогать. Уже минус 2 подписчика у тебя. Еще минус 2 подписчика. Я не знаю, что тебе... Ребята, пропустите, пожалуйста, я с вами сфоткаюсь, только пропустите. Не, подожди, ну вот ты сюда прошел, да? Ты сюда прошел. Да. Но ты тут не нашел, тебе нужно найти меч. Все же, как бы, жертвы, понимаешь? А, вижу, я вижу, только тыкнуть не могу. Ага, все, тыкнул. Все, давай. Что, мне бить подписчиков? Я тебе больше скажу, тебе 2 подписчиков убить надо, Жека. Они и так уже от тебя как бы, ты понимаешь? Я не буду этого делать. Да, я понимаю, но ты как бы изначально стукнул своих подписчиков, это уже не подписчики, это уже хейтеры. Вот эти двое, это уже твои хейтеры, Жека. Понимаешь? Ну ладно, единственное, хорошо. Да я не пройти не могу, мне походу третьего еще придется кокнуть. О, а вот это как раз таки твой подписчик был. Да ладно, он тоже хейтер, меня не пропускал меня. Я понял, это хейтеры, которые стучались нам в туалет. А-а-а, они респавнятся еще. Это бессмертные хейтеры, бессмертные. Хейтеры. Не, ладно. Короче, ладно, раз я уже начал дебоширить. А, то есть я всех убью, то есть уже пофиг, да? Ну, давай. Ребят, ничего личного, это просто бизнес. Ты что, куда мне идти? Ну, ищи что-то. А, понял. Так, ага. Ой, а что делать, Эдис? А зачем ты туда прыгал вообще? Я думал, там какие-то дальше проходы будут. Ну все, вот ты спрятался от подписчиков, можешь вот там... Эдисон, помоги. Нет, ничего не будет помогать. Нету. Эдисон, помоги. Никого тут нету, ты вот застрял. Тебя тут точно никто больше не найдет, поэтому оставайся же кому тут. Оставайся. Помоги. Эдисон, я тебя руки подтягиваю. Сейчас, пописаю, Жека, и помогу тебе. Эдисон, помогите. Вот, надевайте наручники. Ну хорошо, так уж и быть, первый и последний раз. Все. Так, ага, карточку дай мне, а куда мне совывать карточку? В жопу себе засунь карточку, ну двери нужно как бы найти, я тебе уже говорил. А где-то здесь или где-то вот там, где-то снаружи? Да, там же у тебя выделяются блоки, ну просто тебе нужно глаза открыть. А, вот это, да, выделяется? Ну еще что выделяется, это просто тебе подсказочка была, это не выделяется. А, это не выделяется? Да ёкарный бабай! Давай! Бедные подписчики. Так Жека, выделяется. Так хватит меня бить уже, выделяющийся. Господа. Тут 3 блока выделяется. Ну вот выделяется, вот я вижу. Да, значит там ничего нету, значит еще один блок найди, который выделяется! Да вот, вижу. Ага, все. Всё, ура! Так, Жека. Иди сюда! Убили! Эдисон убил! Кен какой-то! Ставим спанпоинт ставим. Так, Жека, это Даст 2. Ребята, кто не знает, мы с Жекой на начале... Ты снайпер, а говнюк! Мы уже на начале битфеста, у нас было 2 турнира. На первом турнире мы играли друг против друга. Я там Жеку вздрючил. Поэтому, Жека... Да, я просто понабрал как бы девочек, чтобы было, ну, поинтереснее играть. Как бы, да. Все, Жека. Они просто дрочили. Да, в этот раз тебе нужно меня победить. Тебе наверх нельзя залазить никуда.
Хорошо, помогите! Это чертов снайпер меня убьет! Так, в яму, спрятался в яму! Быстро перебегаю! Так, здесь что-то есть! Здесь, помогите! Жека, не все так сложно, ты сражаешься против меня на Dust 2. Жека, я очень хороший снайпер, как ты видишь. Нет, что за ловушки на Dust 2? Какие-то ловушки на Dust 2, не знаю, откуда они вообще взялись. Я тоже не понимаю, честно. Да что ты делаешь-то? Что ты хочешь, вообще стопроцентный снайпер, меткость у меня 100%. У тебя что-то как-то перезарядка какая-то быстрая. Ну, извините. Через чур быстро. Да ёперный театр, ты какой-то прям вообще дикий. Я понимаю, да, я дикий. Так, нет. Здесь тоже ничего нет. Угу. А тебе нужно найти два сундука, вот этих два ящика, которые также выделяются цветом. Да ёп! Па-ма-ма-на-на! Цветом, Жека, цветом выделяются. Так, подожди, цветом надо прочекать. Вижу, вижу цветом. Мансу, мансу! Два ящика, которые цветом выделяются. Мансуем, мансуем, мы... Да ёпкарный бабай! Ты там это проходил? Это вообще реально? Да, я проходил. Так же, как с своими сраными якудзами. Вот! Взял! Взял! Так, а патронов-то нету. Ну вот, и еще один ящик, который выделяется. Так, подожди, я не вижу, который еще выделяется. В яму, 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 на Dust 2, в яму, там сможешь посмотреть, в яму, где выделяется. Не вижу, где выделяется. Ну тут где-то выделяется, ну вот где-то вот тут выделяется, ну видишь, вот. Все, молодец, 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 давай, 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 давай. Теперь самая главная проблема. Теперь самая главная проблема, как меня вот тут убить. Говнюк снайпер, да, который не дает вообще туда пройти. Так, ман, да я, это все сраный вентилятор, я понял. Давай, 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 давай! Вентиляторы! Нет! 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 Ну почти, 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 да, почти взял. Давай, Жек, давай, давай! Ага, Мансун. Да ёбаный бабай, ну как-то сложно мне победить, да? Да даст два. Что это нереально, тут построили. Подожди, ну ты как бы уже взял одну снайперку. Да, вторую как, если бы она прям перед тобой стоит. Ну да. Я и тут даже вентиляторы уберу. Давай, Жека, давай. Собака! Ну. Я не могу. Жека, мы сейчас щиты будем включать. Забрал? Всё, отлично. Молодец. Да. О, наконец-то! Давай, прыгай в яму! Нужно меня убить, нужно меня убить! Да, я тебя сейчас и так убью. Давай, падла. Чё, хочешь драться, да? Хочешь драться, да? Давай, 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 давай! Давай, давай, Жека! Ты косожопый, я прям даже уходить не буду, тут буду стоять. Даже прицеливаться не буду, так умри! Я тебя прям уже хэдшотов 20 пробил, куда еще? Все, у меня патроны закончились, Эдисон. Надо еще где-то патроны искать. Да где-то в жопу, Эдисон, не буду искать больше патронов. Ну хорошо, Жека, я тебе открою секрет, тут вообще никак нельзя пройти. Просто это намек на то, что ты меня никак не сможешь победить, Жека, никак. Понятно, понятно. Ты можешь дальше играть, играть, я все равно выиграю. Поэтому, Жека, я тебя тпхаю на следующее задание. Ты никак бы и так меня не смог пройти. Следующее задание? Да, но это финальное. Тут уже дружко как бы у нас будет. Ага, понятно. В общем, ты где? Я уже умер просто. Ты пэхнись, ты пэхнись. Я снова умер. Так, спаунпоинт, ага. Так. Жека, ну как бы, может ты подождешь, пока я тебе правила все объясню, не? Я уже так заколебался, ну давай, давай. Да, Жека, тут у нас есть 10 охранников. 10, да? В конце сидит дружко. Охранники тебя пропустят только если узнают, что ты истинный фанат дружков. Поэтому, есть 10 охранников, тебе нужно сказать 10 фраз, чтобы тебя... 10 коронных фраз дружков, понимаешь? Сильное заявление. Хорошо, минус один охранник, один понял то, что ты реальный подписчик. Хайпаем немножечко. Хорошо, второй охранник. Дальше. Изи. Третий охранник, хорошо, еще 7 охранников. Так, сейчас подожди, надо вспоминать. Так сложно как-то, на самом деле. Самый популярный. Самый популярный какой? Самый популярный? Хайпанем немножечко самый. Нет, когда он еще передачу свою вел. Ну, сильное заявление, проверять я, конечно, его не буду. Но это уже сказал. Необъяснимо. Ну необъяснимо, но факт, да. Ну, как бы его самое популярное. Давай дальше. Ну да, 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 подожди, подожди, сейчас. У них нет мозга. Хорошо, давай дальше. Блин, это ёкарный бабай. Ну. Сейчас. Продолжаем хайпить, ёкарный бабай. Да, да, да. Чуть четыре. Сложно, капец. Сейчас. Ты хайпаем немножечко горил?
Да-да-да, говорил. Сейчас, подожди. Давай-давай. Давай. Из песни. Песня. Есть песня? Вот 55. Во всем виноват Навальный. Да, ну хорошо, пускай. Это не коронная, конечно, фраза, но... Да, давай. Так. Помнишь, мы еще ржали, когда он сказал, типа, а он сказал, что-то там делает за одну команду, а потом на фоне другая была. А, типа, топлю за Нави. Топлю за ВП. А, это топлю за ВП. Топлю за ВП, давай, еще два охранника. Ну зачем ты идешь? Да я думал, блядь, там его нету, прям за углом выскочил. Еще два охранника. Объяснить этот факт действительно невозможно. Ну, хорошо, допустим. Так, последний, да? А я объясню это явление, если невозможно так было. Ну! Я не могу вспомнить сейчас! Жека, ну, там, давай я тебе напомню. В первую очередь, если это видео попадет, то в нужные руки, то одна фраза. Вторая фраза. Да, вторая фраза. Приправим лайками есть еще такое. Кто не понял? Кто не понял? Я не понял. Я не понял. Кто не понял? Я... Так, хорошо, я его убираю. Жека, давай, Дружко, он сидит... Фоточка. Подожди, да в смысле фоточка? А, камера. Камера. А, камера. Жек, камера. Ты камеру на начале забыл. На начале троллинга забыл камеру. Она, ну давай, быстро, обратно, давай, быстро. Давай. Ну ладно, возвращайся, я тебе пожалею, я тебе свою дам, Жека. Иди сюда. Ой. Давай. Так, ага. Все. Все, ты можешь принести фоточку. Сфоткался? Да, сфоткался. Молодец. О, Жека. Два. Подожди. Жека, тебя подписчики нашли, Жека! Подписчики нашли, хотят убить тебя, Жека! До свидания! Дебила кусок! Нельзя так, нельзя своих подписчиков убегать, Жека! Нельзя так! Понимаешь? Подписчики тебя дойдут! Быстро! Вот, подписчики! Отстаньте! Я ухожу! Да нельзя уходить! Нельзя уходить! До свидания, друзья! Не, ну на самом деле... Вы были хорошими, не, подпишите. Жека, на самом деле успокойся, я ничего не буду делать с тобой в этой серии. Я подумал то, что мы и так настрадали Жека и на Витфесте, поэтому я решил первый раз в троллинге пожалеть Жеку и даже его не убивать. Просто мы закончим вот так, на такой хорошей нотке, твои да, дети... Подписчики. Бородатый ребёнок, нормально. Ладно, как бы подписчиков не выбирают, понимаешь? Ладно, вот. Ладно. Поэтому мы заканчиваем наш троллинг вот тут возле подписчиков, так же как и на Витфесте, целый день 24/7. Мы были с подписчиками. Ага, то есть Жека не хочет фоткаться с подписчиками. Жека убегает от подписчиков, да? Помогите! А я все же сфоткаюсь. Ребята, наверное, на этом уже будем заканчивать. Я полечу на центр, скажу большое спасибо за просмотр. Жека? Да, ребята, не забывайте ставить лайки. 15 тысяч лайков под нашими двумя видосами. Выходит новая серия троллинга. Как бы все зависит только от вас. Поэтому, ребята, ставьте лайки. И большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Без видосов.